2 литра кока-колы в раковину я залил. Значит, прошло почти 2 суток. То есть я уехал из дома в воскресенье, в понедельник не был дома, ну и вот сейчас вот вторник, уже вечер. Сейчас вот налил сюда специально воду, выдергиваю пробку для того, чтобы, если там что-то, как это говорится, растворилось в этом колене внизу в сифоне, чтобы все это теперь промылось. Кстати, зашел я когда в квартиру, был такой приятный запах сладковатой колы. Просто фантастика. Но я все равно квартиру проветрил. То есть кола, конечно, это хорошо, но свежий воздух лучше. Конец.